Анонс и дата выхода 105 серии нового турецкого сериала «Права на престол Абдулхамид». 105 серия сериала выйдет в эфир 24 января. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как османские заключенные решили объединить свои силы с Фердинандом для того, чтобы избавиться от Абдулхамида. Только сделать это оказалось совсем непросто. Все дело в том, что у Абдулхамида имелся некий документ, с помощью которого удалось бы сквернуть Фердинанда. Залман намерен выкрасть данный документ, и таким образом ему удастся спасти Фердинанда. Болезнь токсин Паши начинает прогрессировать, и он оказывается прикован к кровати. Залман намерен приложить все усилия для того, чтобы Османская империя не смогла приобрести оружие. Необходимо сделать так, чтобы все оружие досталось Фердинанду, и тогда репутация Османской империи будет полностью разрушена. У одного из французских торговцев, который занимается добычей полезных ископаемых, будут взяты деньги на покупку оружия. Об этом становится известно Абдулхамиду, и он успевает вовремя загнать в угол французского торговца, а затем на шахтах открывает торги. Халил Халид начинает преследовать Фердинанда, и таким образом он надеется установить личность врага в Пайтахте. Когда Фердинанд отправился на встречу с Залманом, то на него напал Халил Халид. Джамиль начинает утрачивать всякую надежду на жизнь своего мужа, но происходит одно событие, и она начинает успокаиваться. Блаватскому никак не удается выкупить особняк, и тогда он начинает строить новый план. В этот момент Гюльчемаль и Мехмед женятся. Напомним, 105 серия сериала выйдет в эфир 24 января. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.